Евгений Тевтелев не заказывал свой портрет южноуральскому художнику. Об этом он заявил сегодня журналистам. Картина с изображением мэра Челябинска на несколько дней стала главным экспонатом выставки в Зале Союза художников. И наделала шума. Тем более, что художник признался, работал по частному заказу. Я сам узнал из средств массовой информации, я этот портрет не заказывал. Более того, я прочитал его аж два. Два аж портрета изготовили. Но я посмотрел там, ну вроде действительно я. Ну для меня показатель, если уже стали заказывать портрет, значит не такой уж я плохой. Автор портрета Геннадий Жихарев рассказывает, его работа вызвала интерес. Жители города специально приходили на выставку в Зал Союза художников, чтобы увидеть портрет градоначальника. Художник добавляет, написал две картины. Одну работу уже забрали, а вторую разрешили всего на несколько дней выставить на всеобщее обозрение. Имя заказчика художник не разглашает. Первое мое впечатление, но я с такой точки зрения, как художника, конечно, прежде всего, рассматриваю этот образ. Это образ, он как бы вот проходящий сквозь даже века, между прочим. Это такой рембрандтовский образ, если вы посмотрите картины, мужские портреты Рембрандта, то там увидите какие-то вот переклички.